Елеман Мухамеджанов. Есть что-то такое рациональное. И мне кажется, что из этой песни могло получиться хороший хит. По крайней мере, наверное, она уже, наверное, на устах многих. Ну, поживем, увидим. Че ж. Элвис Пресли тоже был водителем автобуса. Я пришел и спел свою песню. Я был в шоке. Людям, судьям всем понравился. Я говорю, как это так? Я жюри, потому что ведущий подходит, думаю, как это? Скинь трек нам, это нам очень нравится. Я говорю, да ладно, все. Это вообще было круто. Мне понравился. У меня такой первый в жизни. Сэрчик! Yes! Молодец! Работаете наверняка уже где-нибудь? Да, я работаю спасателем. Вау! Я пожарный спасатель. В городе Караганды, СПЧ-17. Проходили уже через настоящий огонь? Конечно, проходил. Сколько людей вы спасли? 13. 13 человек? Талантливый очень мальчик. Тем более он в другой сфере работает. Спасает людей. Я пошел в свои авторские песни. Она будет в английском языке, она будет более танцевальным, чем первая. Я за 19-18 дней написал новую песню. Это аранжировка, слова. Мне очень помогла моя подруга Даня, если ты видишь. Привет, молодец. На сцене Елеман Мухамеджанов, Казахстан. It's what I'm looking for. You all that I need. You make my heart breathe. Just stop, please let me know. Real love from me comes right. Real love ends to her. Real love, we are getting higher. Look me down on the road. The one, the one, the one, the one. Давайте послушаем наших судей, что же скажет твоя главная фанатка Светлана Фармонова. Да, на самом деле, я
первых прослушиваний стала его фанаткой, и он убедился, я ему не соврала, я до сих пор слушаю его песни. Ты шикарно поешь, ты знаешь, ты сам пишешь песни, ты автор сам своих песен, это круто на самом деле. И ты звезда для меня, ты знаешь, я твоя фанатка, я с большим удовольствием слушаю твои песни, у тебя золотой, нереально золотой голос. Давай, Лиман, удачи. Увидимся. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.